Anastazja Szarmonowa dla portalu Fight Sport. To jest dziewczyna, która wygrała dzisiaj Mistrzostwo Europy. Bardzo znana zawodniczka na wschodzie. W Polsce jest jeszcze nieznana, ale myślę, że po dzisiejszym występie wielu Polaków pozna ją, bo była na Polsacie Sport. Oglądali ją fani Muay Thai. Привет, Настя. Здравствуйте. Как чувствуешь в Польше? Отлично, мне у вас очень нравится. Скажи, ты сегодня выступала с французской соперницей Катя Семайл. Что можешь сказать о этом бою? У нее очень хороший клинч, поэтому мне было с ней тяжело, но я хотела выиграть больше, чем она, поэтому результат налицо. A jak tobie panawica ten turniej w Krakowie? Profesjonalny turniej, da? Panawica tobie to on? Ja go nie widziałam, ponieważ mnie zabrali na doping control i ja całe to czas prosiedziałam z swoim doktorem. A jak ty czujesz w Krakowie? Kraków bardzo piękny miast, похож na nasz Lwów. Ty pierwszy raz w Polsce, czy nie? Nie, ja jeździłam, kiedy była mała i Kraków nie silno zmienił się. A co możesz сказать o ukraińskiej Muay Thai? Oczeń хорошие szkoły w Odessie, to, że jeszcze w Krywym Rogu, no w wszystkich stronach Ukrainy jest mnoga хороших bojców, da? Którzy no сегодня, no nie wszyscy wygrali tak jak ty, ale Witalij Nikiforow, хороший боец, дрался в Польше, выиграл с Оскаром Сташаком. Что можешь сказать о украинской школе? Ну, вы понимаете, сейчас наша федерация переживает подъем, потому что наш президент федерации Геннадий Леонидович Труханов стал мэром нашего города, моего города Одессы. Он стал президентом Европейской федерации, поэтому я думаю, что тайский бокс, он будет переживать очень сильный подъем. И, ну, на школе это никак не отразится. Школа как была хорошая, так и останется. И не только в Одессе, но и в Херсоне, и в Харькове, и в Киеве. A co, co możesz сказать o polskiej szkole Muay Thai? Jest, раньше уровень był oczeń takoj, no, średni, da? Można сказать, a сегодня поляки хорошо chyba выступали w Krakowie. Да, у вас есть много чемпионов Европы и по А-классу, и по Б-классу. Я однажды боксировала, правда, по юниорам с девушкой из Польши, и она была очень неплохой. И действительно, ваш уровень вашего тайского бокса поднимается с годами. А ты хотела бы выступать в профессиональных боях? Вы знаете, в связи с военными действиями у нас на востоке Украины, я пошла, скажем так, волонтером в наш военный госпиталь. И вы знаете, после этого я поняла, что я хочу посвятить свою жизнь не спорту, а стоматологии, челюстно-лицевой хирургии. И сейчас я обучаюсь на втором курсе нашего медицинского университета, и мне очень нравится, и я абсолютно довольна. Скажи, я не хочу только спросить о Muay Thai. Как ситуация на Украине? Будет лучше, не будет войны, но все будет нормально, люди будут жить так, как нормально? Вы знаете, рано или поздно мир наступит, но ситуация все еще очень сложная. Конечно, никто не хочет войны, никто не хочет этих бесполезных абсолютно смертей. И я хочу, чтобы Украина была целой, единой, ни от кого не зависящей. Но пока что очень тяжелая ситуация. Мне очень трудно об этом говорить, но один из наших сокомандников погиб при исполнении служебного долга в антитеррористической операции. И я бы хотела свою победу на этой Европе посвятить ему, Жене Трофимову из Запорожья. Еще один наш человек, спортсмен, тоже должен отправиться по окончанию соревнований в зону антитеррористической операции. Настя, всего доброго в твоей спортивной карьере и тоже, чтобы Украина была свободна, чтобы не было войны, и чтобы ты приезжала в Польшу, и чтобы хорошо выступала так, как сегодня в Кракове. Спасибо большое. Спасибо большое. То была Анастасия, направда, одна из лучших заводничек на свете. Дзисяй выиграла Мистерство Европы, але будет еще выигрывать так в аматорах, как и в заводовой карьере. Чего ей сердечно желаем. Дякуем ей большое.